Сегодня мы... Так, во-первых, всем здравствуйте. Здоровья, счастья и удачи вам. А самое главное – это здоровье. Вот. Остальное все приложится. Так, сегодня мы прибрались дома. Вот. Как всегда, через 2 недели помыл в коридоре ступени по пол. Ну и поехал в магазин. Купил хлебушка, пиво себе не забыл, потом свеклы купил, что еще? Курочку купил. Сегодня будем жарить курочку. Как жарить? В духовке запекать. Так что оставайтесь со мной, будет интересно, вкусно. Так, ну и прогуляемся еще. Пока утро, ну солнышко уже вон, смотрите. Он уже начинает припекать. Ну, а мы пока вот здесь вот такой лес красивый. Тропиночка возле реки. Прогуляемся немножко. Вот с вами. Пойдем. Пошли. Ага. Спортсмены вышли здесь. Спортивный комплекс занимается спортом. Или приехали. Ну вот. Рябинка. Вон. Видно вам? Сейчас увеличу. Вот она. Так, пойдем дальше. Глянем, что у нас здесь. Ну, природа, посмотрите, какая. Здесь так гулять хорошо. Тенек получается от деревьев. Здорово. И вот речка проглядывает между деревьев. Так, глянешь туда, она там как катится потихоньку. Красиво. Птички чирикают. А старые вон отпиливают деревья сухие. А то видите, вон, они ломаются. Чтобы ни на кого не упало, так что их обламывают, отпиливают. Красота. Он уже тоже листьев осенние падают. Осторожно, в сторону надо дойти. Здесь люди спортом занимаются, бегают. Ой. Когда-то я бегал когда-то, а сейчас, блин, когда операцию это делали на сердце, мне из ноги 4 вены забрали. Ничего, сказали, нормально. Ну да, по сравнению с тем, что сердце сберегли, конечно, это нормально. Вот. А потом со временем, сейчас дает о себе знать все равно. И там, где шов у меня, там даже есть места, которые не чувствуют ничего. То есть нервы повреждены. Ну и, соответственно, раз 4 штуки забрали вены, то и кровообращение уже не то. Ну вот я на эту ногу и хромаю. Прибаливает немного. Ну что сделаешь? Вот. И тучность появилась.
Это после 4 операций уже на сердце. Но ничего, живу, двигаюсь. Сам себя могу обслужить, все нормально. Покушать, сварить вкусно. Прогуляться по красивой природе. Это здорово, жизнь-то. Да сейчас уже на пенсии, так. Это только ходить и любоваться. Ходить и любоваться природой красивой. Местами красивыми. А они везде, везде красивые. И вот эта ветка красива. И вот это вот. И вот эти вот папоротнички. И мох на камнях. И река, все. Просто красота природы. Сейчас. Мы попробуем прогуляться по этой тропинке до самого конца. Там я покажу, как две речки Лан встречаются. Ну как это две речки Лан? Там, где плотина, мост, там сделан фарватер такой, как бы для кораблей, чтобы они проходили шлюзы. Вот. А в другом месте, там как бы дамба такая небольшая, маленькая, чтобы держать уровень этой реки. Вот. И чтобы, когда вот сильно вода идет, вот, в половодье, да, после дождей сильных, там, чтобы она сильно там туда не затопляла. Вот так. Вот я вам говорил тогда, что в Бодемсе у нас почти что нет многоэтажек. Да, там в центре почти что нету там. 3 этажа, примерно так вот, 4, вот иногда. А здесь, видите, вот на краю, какие здания многоэтажные. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Да? Когда-то пел, блин, на гитаре играл, в походы ходили, гитару с собой. У костра это ж было что-то. Это было, да. Сейчас гитара стоит, но что-то как-то в руки не берется. Так иногда возьму, вот, что-то для себя так исполню, спою, когда ностальгия приходит. А так оно все стоит уже. Некому петь. Раньше в детстве, помню, придешь на улицу. Ну как, мы в своем доме жили, по улице Чернышевской, а напротив бараки стояли в ряд, сколько их там, 8 штук, 8 или 10, вот, и в этих бараках там дворы были такие, беседки были, и вот мы там вечером молодежь собираемся, и пацаны на гитаре играют, а я маленький был, нифига не умел, а красиво слушал. Красиво слушал, сказал. Ну, слушал, и мне оказалось красиво, как здорово играют на гитаре. А у меня отец играл на гитаре, на семиструнной. Я пришел как-то, ну, я совсем еще юный был. Я говорю, пап, научи. Ну, давай, раз тебе нравится. У нас дома гитара отцовская была. И вот он учил меня. Вот я научился. А первая, самая первая моя была песня, это какие?
Ой, сейчас вспомню, сейчас вспомню. Потом была: «Ой, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле, помню, у самой реки я собирал и для Оли». Вот, что-то не помню. Как вот на уме там вертится эта песня, вот самая первая. «А три ножа, три нагана, трое вышли, слезли с коней, сапоги подтянули и внезапно вошли». Ой, я уже забыл. «Трое смелых парней, три ножа, три нагана». Ну, вот эта вот песня. Может, кто-то помнит такие. Вот самые такие мои первые были песни. Ну, а потом, когда более-менее уже научился играть, отец меня и вальсы научил наиграть на семиструнной гитаре. Вот, я потом на улице-то тоже вышел с пацанами. Ну, как и там и девчонки, и все. И вот сидим. А никто не знал, что я научился играть. Смотрите, какие папоротники. Свеженький, видите, новенький, зеленый такой еще. И в камнях. Красиво, да? Ну вот, вышел. Сижу, они играют, а я потом говорю: «А можно мне поиграть?» Ну, они посмеялись. Так. «Возьми», говорит, «поиграй». А я что, мне там лет, наверное, 9 было. Вот. Взял гитару. И как начал первое это самое. Ну, а, да. Первый я сыграл вальс. Я не помню, как называется, что-то шантеклер или что-то такое, что-то наподобие. Вот. И еще, когда вот этот вальс-то играешь перебором, крепко держишь гитару, куда-нибудь упрешь, а другой помогает тебе и грифом немножко вводит слева направо. И получается такая музыка, ну, как переливается. Такая красота получилась. Они ж все, ну, как глаза выпучили, смотрят на меня. А я им так сыграл красиво. А, нифига! Потом, ну, давай что-нибудь еще. Я потом им песни спел. Вот, отец меня учил песни его. Как там? Друзья мои, подписчики канала, особенно, ну и зрители все канала, если вам не трудно, должно быть не трудно, вот так вот, раз только кнопку нажать на лайк, поставьте, не забывайте. Ведь это для моего продвижения канала. Вы этим помогаете мне. Смотрим дальше. Спасибо. А вот одну вспомнил. «Не тревожь ты меня, не тревожь, понапрасну меня не испытывай. И когда по деревне идешь, на окошко мое не заглядывай. Зря записок ты мне не пиши, фотографий моих не раздаривай. Голубые глаза хороши, только мне полюбились карие». Ну вот, что-то такое вспомнилось, пару слов. Вот такие вот песни. Ну и потом еще. «Наш костер в тумане светит, искры гаснут на ветру. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Вот эту песню вот. Ну, в общем, короче, начал там петь. Пацаны в восторге. Девчонки особенно. Да ты что? И потом уже, когда я выходил на улицу,
Все, мне гитару. У меня голос тогда был очень красивый, сказали. Там велосипедисты катаются на противоположной. Голос, сказали, говорили, красивый голос был. В походы вот ходили песни тоже. Я потом уже стал на шестиструнке учиться играть. Ну, получилось, научился. А вот насчет голоса-то, я в школе, не помню в каком классе. Не помню, но в начальном, где-то в начальных классах, может, в четвертом классе, может, в третьем, может, в пятом, не помню. Но я в школе тоже, этому, как урок пения был, там тоже мне ставили всегда отлично. И вот меня попросили, как от школы, раньше был дом культуры угольщиков такой, парк красивый, потом парк этот убили, в общем, сейчас восстановили. Я вот смотрел недавно видео, это вообще прекрасный парк, красивые места сделали. Ну и вот в этом ДКУ выступали тоже с других школ, пели, танцевали там, ну, в общем, концерты от школы, смотр художественной самодеятельности. И вот там я песню спел. Я уже тоже забыл ее, давно пел. Как там она, эта песня-то? Не осталась чайка за морем, не приютен ей берег чужой. Поняла тогда чайка, что дорог и навеки любим край родной. Уже не то, голос нету. А вот тогда-то он молодой, звонкий голос был. Я там спел эту песню. И знаете, и потом к моим родителям пришли вот эти вот, кто там с области приехал. И предложили, чтобы забрать меня в школу-интернат, чтобы петь. Я там как и учиться буду в Свердловске и заниматься вокалом, пением. Но раньше это ж... Да и родители, конечно, меня не отпустили. Вот так вот. Так что когда-то и мы были рысаками. Ну вот, что на гитаре научился играть, это, видимо, все-таки слух-то был музыкальный немного. И пел. Вот такая вот моя детская история. А сейчас только воспоминания. Приятные воспоминания. Так, ну мы с вами уже доходим почти что до конца. Ух ты, летит. Ну, там слышу, думаю, что за гул такой. А там женщины идут вон. А здесь кемпинг-плац. Я тогда, когда помните, в видео, сейчас номер не помню, но я напишу вам, ехал посмотреть, ну, там... Фахбах, дорога к реке. Вот. И там
хотел там с той стороны как раз завернуть, не получилось. Так вот это туда, там кемпинг. Вот этот угол. И вот шлюзы. Тут он и загорают уже. Вот и получается, что две реки здесь вот на этом углу сходятся. Ну и рыбки здесь плещутся. Было бы разрешение, так можно было сесть вон. Вон. Плещется рыба. Ох, там кто-то он летит. Сюда нет. Нет, вроде как сюда ближе. Вон, видите, видели, сплескалось. Красивые места. Просто прелесть, просто прелесть. Гусь прилетел, он еще летит. О, затрещали. Так, ну что, дошли, показал место, сам посмотрел. Пойдемте обратно. Надо кушать готовить. Знак такой, что с этой стороны, с правой стороны проплывать надо. Ладно, пойдем обратно. Опа. Ежевика. Вообще-то можно показать шлюзы, какие здесь у нас. Улетела, бабочка была. Вон, видите? Ну вот они. Такие вот шлюзы. Шиповник. И вот она, березка.
А, как пахнет березой. Ну, хорошо прогулялись. Замечательно. На солнышке уже жарко, что этот дядька лежит и загорает. Но в тени прекрасно. Почти середина сентября, а мы загораем. Друзья мои, зрители канала, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всего вам хорошего, здоровья особенно всегда желаю. Счастья и удачи. Вот, удача бывает, она тоже нужна. Вот. Ну и до скорых встреч. Всего хорошего. Оставайтесь со мной на моем канале. Будет новое видео. Пока-пока. Друзья, вы еще не ушли, так что начинаем жарить курочку вместе с вами. Я думаю, вкусное получится. А если вы смотрите, то поставьте лайк, не забывайте. Смотрим дальше.